В День защиты детей участники Ивановского автомобильного движения без посадки «Автонет» решили порадовать воспитанников детского дома «Радуга». Любители заниженных авто привезли малышам подарки – фломастеры, раскраски, пазлы, головоломки, различный спортивный инвентарь. Все для творческого и физического развития. Но особенно порадовали ребят большие игрушки. В честь праздника им разрешили поиграть с заниженными машинами и даже разрисовать их, чему подрастающее поколение автолюбителей – очень обрадовалась. В этот дом мы уже приезжаем второй раз. Почему именно в этот детский дом? Потому что в моей школе, вот он находится рядом с моей школой, очень много ребят тут, вот отсюда учился со мной. Мы хотим привлечь внимание ребят, вот, чтобы они увлекались машинами, всякой техникой, чтобы они не сталкивались в своей жизни с наркотиками, с алкоголем. Вот. Как бы, ну, на правильный путь, что ли, поставить.